Всем привет! Вы на канале Софи Элис Лайф. Сегодня мы начнем охоту за игрушками мультфильма Моана. Посмотрим, что продают в магазинах к выходу этого мультика. Так, это у нас что-то резиновое, да? Да, резиновые у него волосики. Вот резиновые. Ручки-ножки у него, я так думаю, что двигаются. Резиновая набедренная повязка у него. Это у нас Мега Мауи. За 49 баксов. Вот он тут. Огромный, слушайте, большой. Only the greatest demigod in all the South Pacific. With his magical fish hook, he slowed down the sun. То есть он еще разговаривает. Сюда ему нажимаешь на амулет, он разговаривает. Здесь, видимо, у него отверстие, откуда звук, собственно говоря, идет. Ладно, давайте посмотреть, что еще есть по этому мультику. Мамочка. Мамочка в детстве. Куколка. Прикольная, кстати. Волосики такие мягкие у нее. Угу. Ручками-ножками двигает. Еще у нее черепашка в наборе. Так, из Моаны здесь еще только кулончик. Вот такой набор Моана Весло и ее поросеночек. Маленькие фигурки такие виниловые. Вот такой набор Моана с лодочкой, душочком. И, в принципе, пожалуй, в Walmart все по Моане. Теперь посмотрим, что есть в Таргете для любителей Моаны. Так, у нас вот есть Моана взрослая. Try me написан. Песенку поет. Написано, что у нее 12 фраз разных есть. Она идет с петушком в наборе и со своим другом поросенком. Так, потом вот такой набор Моана. Тоже, видимо, лодка. Весло, поросенок и петушок. Давайте развернем коробку, посмотрим. Такой вот набор для игры Моана и ее лодка. Стоит это все дело 49,99 долларов. Так, а Мауи такой же у нас, он большой, как мы видели. И вот такой набор здесь есть, вот этих Моанас Percussion Set. Ничего себе, перкуссионный инструмент тут даже есть, там-там. И вот эти чудики, которые, видимо, в нем играют. Прикольный набор. Так, есть вот такой набор, браслет, ободочек и браслет. Набор этот стоит 7,99. И костюм Дисней Моаны. Вот он какой. Вот какой костюмчик. Можно нарядиться в Мааночку. И такие же наборчики, как были. Писано Try Me. Какой-то. Светится, представляете? Здоровский. Здоровский такой штук. Вот так. Еще какая красивая мама есть, поющая песенку. Здорово, да. Потом вот Моана, которая умеет плавать. Ее пускаешь в воду, заводишь поросеночком. И на спинке там у нее механизм. Поросеночком заводишь, вон, и она плывет. Так. Чудиков мы уже смотрели. Вот какой. В Таргете гораздо богаче.
выбор персонажей Моана. Вот целый набор. И плаштость. Ой, какой поросеночек. Классный поросенок. Мягкие игрушки. Ну, честно говоря, Моана так себе. Вот поросенок клевый. Петушок тоже ничего. И вот этот вот бок. Бок мягкий тоже. Так, ну вот еще есть вот такие красивущие шары с Мааной. Красивущие шары с Мааной. И, пожалуй, все. А, еще вот такие вот для детей домики-лазалки. Так, а это вот что есть по поводу Мааны в магазине фирменном Disney. Вот такой стенд. Здесь изображена лодка и девочка в костюме Мааны. Можно купить, приобрести вот такой костюмчик. Потом, значит, можно амулет вот такой приобрести. А, даже дождевик, судя по всему, с символикой Мааны здесь есть. Так. Хрюнечка. Такая симпатичная хрюня за $15. Так. Вот такие мягкие маночки здесь есть за $20. Хрюшки с петушками. Наборчик. Костюмчики всякие. Пижамка с Мааной. Вот такие мягкие петухи. И Маана маленькая. Тоже плаштовая, мягкая игрушка. Вот это классный набор. Если на руку Мааны нажать, она начинает петь песню. Тут все в наборе ее. И костюм, и хрюшка с петушком, и весло, головной убор. В общем, классно. Это $40, по-моему, стоит. Сумочки, папочки с Мааной. Вот такая Маана просто в коробке. Даже парик Мааны можно купить. Парик Мааны. И 3D-пазлы. Это я не знаю, что это. Что это, подвеска или что это. Флешлайт. Это фонарик. С ума сойти, фонарик. Прикольно. Маленький вот такой вот жезл. И всякие бутылочки, кружечки. Символикой Мааны. Так, это что такое? Краб там какой-то. А, это, судя по всему, ночник, который проецирует звездочки на стенку, на потолок. Вот примерно все, что сейчас есть в Америке по игрушкам Моана. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Пока!